Так, насобирали грибов, приехали на Андреевский карьер, решили здесь позагорать. Вода уже, я думаю, холодная, мох здесь везде, идут какие-то. Ну да, прохладная, но для желающих можно искупаться. Градусов так 15-17. Сейчас мы поедим арбуз. Вода уже, мало кто купается, мох на дне, на песке. Какие-то идут круги, может, рыба, живность. На пляже никого нет уже. Все уже загорались, откупались. 11 сентября сегодня, да? Прохладная водичка, конечно. Градусов 15, я бы сказал бы так бы. Я купаться не буду, арбуз просто помоем. Никого нету. Мы сейчас позагораем, арбуз поедим. Да поедем на Перемышленное Бездонное. Посидим до вечера на карася, на червя. Так что вот так вот, господа. Закончилось у нас лето. Скоро середина сентября, будут выборы, 19 сентября. Вода холодная, реально, градусов 15. Только на источниках можно купаться после бани. Здесь желания как бы нет. Там посмотрим, может, окунусь после арбуза. Впереди у нас глубокая осень, дожди, заморозки в октябре через месяц. Ну и зима. Лето 2021 года закончилось. Попрощаемся же с ним. До свидания, лето, да? Сейчас поедим арбуз. И на этом следующие выходные будет еще холоднее. Плюс 10 передают. Сегодня плюс 20.